Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. На днях свекровь поделилась со мной рецептом торта «Капитанская танго». Десерт очень вкусный и нежный. Шоколад, кофе и ликер делают вкус выпечки потрясающим. Этим тортом можно украсить праздничный стол. Десерт не оставит гостей равнодушными. Ингредиенты для бисквита. Подготовьте 3 яйца, 185 грамм сахара, 75 мл масла, 75 мл воды, 150 грамм муки, 5 грамм разрыхлителя, 1 пачку круглого печенья, 20 грамм какао-порошка. Ингредиенты для масляного пудинга. Потребуется 250 грамм сахара, 3 желтка, 700 мл молока 3,2%, 40 грамм муки, 10 грамм ванильного сахара, 75 грамм картофельной муки, 180 мл яичного ликера, 200 грамм сливочного масла. Ингредиенты для крема. Необходимо подготовить 500 мл сливок 30%, 2 пачки загустителя для сметаны, 60 грамм сахарной пудры, 20 грамм кофе, 200 мл воды, 20 грамм сахара, какао-порошок для украшения. С помощью миксера взбиваем белки до образования твердых пиков. Постепенно добавляем сахар и желтки. Убавляем скорость миксера и выливаем в миску воду и масло. Сюда же просеиваем муку. Добавляем разрыхлитель и какао-порошок. Перемешиваем массу миксером. Застилаем противень пекарской бумагой и выливаем сюда тесто. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов. Выпекаем корж 30-35 минут. Остужаем бисквит. Приготовление масляного пудинга. Кипятим в кастрюле половину молока, добавляем сахар, в небольшую миску выливаем желтки. Сюда же добавляем ванильный сахар, муку и вторую часть молока. Тщательно перемешиваем содержимое миски. Добавляем эту массу к кипящему молоку. Варим до загустения. Остужаем пудинг. Взбиваем масло. Постепенно добавляем к нему холодный пудинг. Не прекращаем взбивать массу. Осторожно добавляем яичный ликер. Перемешиваем ингредиенты. Приготовление торта. В миске смешиваем кофе и сахар. Добавляем горячую воду. Перемешиваем и остужаем массу. Половину содержимого миски заливаем бисквит. Поверх коржа выкладываем 2/3 части масляного пудинга. Выравниваем поверхность торта. Посыпаем первый слой десерта какао-порошком. Замачиваем печенье в кофе и выкладываем его поверх бисквита с начинкой. Покрываем последний слой торта оставшейся частью пудинга. Убираем десерт в холодильник. Взбиваем холодные сливки. Добавляем сахарную пудру, смешанную с загустителем для сметаны. Покрываем торт кремом. Посыпаем десерт какао-порошком. А пробовал ли ты такой вкусный торт? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.